Ах, знаете вы тот аэропорт, где сотни пассажиров многотонны, где самолеты мечутся толпой над полосой горячего бетона, не брит, несовершенен, но красив. Я слушал там как приглашение к старту. Имеются свободные такси в Алупку, в Феодосию и в Ялту. Увы, но я там был случайный гость. Не для меня маршруты эти были. Меня ждала страна больших снегов, великие арктические мили. И там, где ветер айсберги носил, я говорил, не вешать нос, ребята. Имеются свободные такси в Алупку, в Феодосию и в Ялту. Забросила туда судьба меня через одно создание дорогое, которое решило поменять одно, как говорится, на другое. И до конца ее не расспросив, я ей сказал, слегка холодновато, имеются свободные такси в Алупку, в Феодосию и в Ялту. Вот так живу за 3-9 земель. Курю табак на баке пакетбота, язычник. Поклоняюсь я зиме, помноженной на тяжкую работу. Когда-нибудь и я паду без сил на той земле, что праздностью объята. Имеются свободные такси в Алупку, в Феодосию и в Ялту. В Ялте ноябрь, ветер гонит по набережной, желтые жухлые листья платана, волны ревя разбиваются о парапет, как бы хотят добежать до ларька, где торгуют горячим бульоном. В Ялте ноябрь. В Ялте пусто, как в летнем кино, где только что шла французская драма, где до сих пор не остыли моторы проекторов, и лишь экран глуповато дрожит, освещенный косым фонарем. В Ялте ноябрь. Там в далеких норвежских горах, возле избы, где живут пожилые крестьяне, этот циклон родился, и пройдя пол Европы, он обессиленный все ж холодит ваши щеки. В Ялте ноябрь. Разрешите о том пожалеть и с легким трепетом взять вас под руку. В нашем кино приключений осталось немного, так будем же мы благодарны судьбе за этот печальный, оброненный кем-то